Привет, друзья! У нас колония сбоку, и кислород кончается. У вас печеньки и чай, и мы продолжаем вдыхать газы и строить базу. Это колхозный апдейт, часть номер вторая. Вот, строим мы здесь зоопарк. Не знаю, что у меня из этого получится, но примерно как-то так это все выглядит сейчас. Это пятая серия. В общем, я, как и сказал в конце прошлой серии, я тут все это убрал. Примерно один цикл, ну или там полтора у меня на это ушло. Вот, и я сейчас вернул всем должности в исходное состояние. Ну, кого-то повысил там по работе, остальных всех вернул как было. Немножко я здесь назначил, тут я хочу комнату для наслаждений сделать, перенести ее вот отсюда. Здесь я планирую поставить туалет. Вот, гадость всю туалетную я буду, наверное, куда-то вот сюда выливать. Тут надо сейчас будет сделать резервуарчик такой. Вот, и остальную воду, не бактерицидную, я буду, наверное, вот сюда сливать грязную. Сюда я хочу перенести вот эти вот движки, пускай они здесь нагревают, сколько им влезет. Вот, примерно вот такие планы. Ну и постепенно будем, конечно, сюда раскапываться. Надо посмотреть, где тут вода. И скоро надо будет, наверное, уже делать производство кислорода. Кислородную камеру, да? Кислородную камеру, может быть, я вот здесь это сделаю. Не знаю, нужно подумать будет хорошенько. Водорослей у меня осталось, к сожалению, не очень много. Вот, поэтому нужно об этом будет скоро позаботиться. Об этих водорослях. Уголь у меня еще, к счастью, имеется. Так что, в принципе, вполне нормально. Вот, кислород я так-то могу уже электролизером сделать, но я хотел бы все-таки сначала до охлаждения пробиться. Вот, поэтому параллельно всему вот этому я, может быть, вот сюда прокопаюсь. Вообще, здесь так-то можно поставить освежитель и как-нибудь тут может отгородиться, я не знаю. Что вот этот пуф, он все равно кекит сюда, в воду, вот, и гадость, в принципе, сюда не вылетает пока что. Но тут плюс углекислым газом все это заперто. Так что мне вполне это на руку. И, возможно, имело бы смысл мне сейчас вот здесь вот застроиться сюда. Не знаю, нужно подумать. В любом случае, чтобы туда попасть, нужно вот сюда прокопаться. Вот, чтобы сюда прокопаться, нужно, наверное, вот так вот сделать. В принципе, можно, наверное, с этого и начинать. Ну да, постепенно у меня наука тут открывается. Газопроницаемые блоки, вот эти все шлюзы ручные. Теплоизоляцию я хочу сделать. Чтобы где-то здесь, может, ее постелить. Потому что сейчас я буду подбираться к горячим биомам. Вот, это не есть хорошо без теплоизоляции. Не хочу я, чтобы у меня тут все нагревалось лишний раз. Впустую туда. Так, паровой гейзер. Ну вот. Вот и он, паровой гейзер. Высокого давления периодически испускает пар. 110 градусов. Ну, в общем, вот этот пар, опять же, нужно будет, не знаю, охлаждать чем-то. Охлаждать, естественно, нужно... 128 каждые 770 секунд. Охлаждать нужно, нужно охлаждение. Ваш кэп. Охлаждение где-то здесь. Так что туда волей-неволей придется прокапываться. Так что как-то так. Здесь мы, конечно, шлюзом это все закрыли. Это хорошо. Тут бы тоже не помешало шлюз поставить, на всякий случай. Так что я, наверное, сейчас сюда его, в принципе, тюкну. Вот, как-то так. Сразу можно вот так сделать. Ну, тут достаточно будет. Так, ну да, ребятки все сюда побежали. Это я даже на шестерочку, наверное, поставлю. Здесь вот это вот все унесут постепенно. Тут они сделали. Это значит, можно раскапывать будет. Раскапывать, опять же, пятерочкой. И это тоже можно все раскопать. Здесь можно сделать cancel. И здесь мне в целом-то, наверное, даже лестница понадобится. А не что-то там еще. Так что вот так вот сделать. Вот, эту можно штуку отменить. Лестницу вообще можно продлить, пускай она тут будет. В будущем это все можно, конечно, будет переделать. Все круто, да, но переделывать. Вот, но это будет в будущем. Все, тут практически все доделали. Так, это, конечно, все прелести вот эти нужно отсюда унести будет. И массажный стол переставить. Массажный стол идешь сюда. Так, ну, я не знаю, здесь можно, в принципе, вот так поставить. Этого будет достаточно. Цветы туда ставить не обязательно. И мне, естественно, потребуется электричество. Электричество поедет отсюда. Так, провод. Это можно разобрать. За ненадобностью, да? Давайте-ка это тут ускорим немножко. Вот, замечательно. Замечательно, переделали комнату. Это можно тогда разбирать. Вот, и этот цветок можно выкопать.
а потом разобрать. Можно сразу на разбор поставить. Какая мне разница? На девятку. И тут можно будет делать сортиры. По крайней мере, сделать их зачаток, потому что вот эти мне совершенно не нравятся. Вся вот эта вот гадость, которая тут из них идет. Все это, к сожалению, мне нафиг не нужно. Или к счастью, не знаю. Так, а тут у нас... Ну да. Комната отдыха. Замечательно. Кому на, те сходят, отдохнут. Так, кабель этот сейчас доделают. Можно, в принципе, тогда... Так, уборная. Сколько мне тут надо вообще? 3 умывальника. Пока что вот так вот сделаем. Душ я пока ставить не буду. Толку от него я не знаю. Может быть, конечно, все пофиксили уже. Вот, но раньше толку не было. Не знаю. Нежели хорошо, да и начинать нечего, да? Как-то так. На, блоком это закрыть. Сюда можно копнуться, конечно, будет. Надо только проверить, что тут гадости не было. На, гадости тут нет. Как раз получится под 3 туалета. Здесь блок. Здесь блок. Ну, вот как-то так. Здесь тоже можно прокопаться. Все, замечательно. Пускай делают. А я пока временно, наверное, трубы протяну. Вопрос в том... Где мне всю эту гадость оформить? Вообще, я хочу зараженную воду, опять же, как и раньше, пустить на производство вот этих вот пердунов, придунов. Чтобы у нас была возможность шить одежду. Это еще сильнее уберет дебафы. Вот как-то это правильно будет. Ну и все такое. Это надо все убрать отсюда. Зачем оно здесь? И нужно потихоньку прокапываться... Чего? Запрещенная еда. Что-то такое. А. Дупелы у нас тут кушать, да, не могут. Шистый батончик. Это я, конечно, тут пыжанул. Щетинистая ягодка. Давай-ка вот так вот сделаем. Я надеюсь, они не сдохнут. Повар, иди готовь. А то это будет крайне печально, если они сдохнут. Совсем печально, я бы сказал. Да, долго, конечно, он все это делает. Но, увы. Увы и ах. Здесь пока можно с низким приоритетом что-нибудь назначить. Какую-нибудь там, не знаю. Вот сюда вот. По четверочке. Ну и, соответственно, раскопаться вниз туда. Раскопаться, чтобы кислородец шел. Хотя лучше бы здесь лестница-то было делать. Ну ладно. Опять же, как говорится, с пивом потянет. Главное, гадость не задеть. Да, ребятки начали кушать, это замечательно. Коробка для еды, песок. Исследование завершено. Нужно назначить новое исследование. Сейчас можно термоблоками уже будет отгораживаться. Это очень-очень круто. Так, далее. Что мне вообще не помешает? Может быть, выйти вот в эти аккумуляторы? Умная батарея. Экономика должна быть экономной. Да, газоотвод высокого давления. Но у меня все равно пластика нету, так что какая мне разница. Если сейчас они термотрубы починили в этом апдейте, то это очень хорошо. Еще я бы хотел вот эти штуки сделать. Перегнать... Там у меня железо где-то в углу было. Вот, перегнать его. И вот это мне надо. Блин, все надо. С чего бы начать? Ладно, уйду сюда сначала, в автоматику. Кое-как, да? Потом можно будет в шесты в эти уйти. И понаставить шестов везде. Вот, и замечательно. Щетинистая ягодка. Ладно, пускай готовит. Да, что-то ягоды этих щетинистых тут у меня не очень много, к сожалению, пока что. Семян не хватает. Ну, такая вот тема и происходит. Это можно разобрать. Это тоже можно разобрать. Здесь они постепенно проникнут, да, сюда. Главное... Блин. Главное эту гадость тут не схавать. В принципе, как я уже говорил, можно, конечно... Блин. Можно-то можно. Надо, наверное, вот здесь вот поставить шлюз. Здесь поставить очиститель. И как-то вот сюда вот лестницей проникнуть и огородиться. Чтоб пуф остался там, в своей стороне.
чтобы можно было... Вот, если он какнет вот сюда куда-нибудь, эта гадость начнет сразу выделять. Вот, а мне нужно сюда проникнуть, в холодный биом. Да. А подставлять своих дуплов под заразу я вообще не хочу. Потому что сложность повышенная. И это может быть чревато для меня. Еще, кстати, надо сюда копнуться бы. Прямо, наверное, даже сейчас, потому что водорослей осталось мало. Например, да? Например. Дальше вот так. Дальше вот так. И даже вот так. Ну, а потом посмотрим. Так что, пускай роют тут потихонечку. Да. Норника заодно он подкормит. Сейчас песком, правда, завалит здесь. Нужно внимательно наблюдать. О, о чем я и говорил. Вот у нас и хладодых. Два хладодыха. Это очень круто, два разом. Если там еще будет антиэнтропийник, то это будет вообще мега круто. Потому что все под носом. Но это просто очень шикарная такая генерация получается. Если все так будет. Окей, сортиры у нас готовы. Можно, в принципе, тогда водопроводные трубы начинать делать потихоньку. Так, ну, сливать я буду это вот сюда вот, всю эту гадость. Куда-то. Куда-то сюда. Так. Если я сливать эту гадость буду сюда. Труба, значит, может идти вверх. Раз она может идти вверх, значит, тут нужно вот так вот сделать. А это нужно вообще выкопать, чтобы она не мешалась. Вот, далее труба пойдет сюда. Ну, сейчас он сделает. И, в принципе, можно будет продолжить трубу клепать. А обычную воду, наверное, можно откуда-то отсюда будет вычерпывать. Раз так... Нет. Раз так, тогда нужно сюда прокопаться. Давай вот как-то так прокопаемся, чтобы здесь углекислый газ оставался. Я вот здесь статую, кстати, убрал. Я хотел сделать следующее. Поставить пневмодверь сюда. Вот. Поставить два каркасника. А вот эти убрать. Здесь сделать дырку, и чтобы можно было за едой сюда по лестнице ползать. А здесь будет у меня погреб сделан. Вот как-то так. Так, что у нас с наукой? Ага, у нас сенсор открывается. Ну, скоро... Блин, надо тогда место под шайтан-машину делать. А место под шайтан-машину... Так, где она у нас? Очистка, измельчитель минералов. Ставлю сюда. Нужно все равно сделать будет металлические вот эти вот, ну, стальные штуки. Блин, тут ад перфекциониста. В принципе, неплохо. Война на всех фронтах идет. Можно, конечно, восьмого колониста взять, но я бы для начала хотел существенно увеличить выработку еды. Ну, или, по крайней мере... Здесь одно сделать, тут второе, и в два слоя выращивать. Потому что пока что что-то это чревато. Ну и на сюда надо проникнуть, естественно. Здесь мне нужно охлаждение, как я уже сказал, потому что пар. На, горячий пар. Вот сюда в железку я тоже хочу проникнуть. Потому что сейчас мне нужно будет металлы делать. Но это сделаю чуть позже. Сначала шайтан-машина. Все на постепенно. Хотя в итоге все разом, все в кучу получается. Так, эту можно теперь разобрать. Эту разобрать. Эту разобрать. Назначаю мышкой вот так вот. Колхозным способом. Это тоже можно разобрать. Так, и коробку с едой нужно переставить. Так, коробка будет, наверное... Не знаю, где удобно бы ее поставить. Одна тут, другая тут. Здесь тоже ад перфекциониста. Вот, а это, собственно, раскапываем. Как-то так это надо разобрать. Картину аналогично убираем. Тут, к сожалению, вот так придется сделать. Но, по крайней мере, здесь углекислый газ будет. Ну да, он там так и есть. Молодец, взял, уснул. Так, окей, эту разбираем. Тут я копирую настройки, поставлю сюда. Когда они построят, это надо разобрать. И это надо разобрать.
Опять взял, уснул. Молодец. Здесь на восьмерку. Так, нет, здесь на немножко не так. Что я тут заошанил слегка. Это нужно отменить. Здесь нужно лестницу построить. Вот, вот так вот. И коробку с едой вот сюда вот. Все, сейчас должно быть норм. Сейчас должно быть окей. Все, замечательно. Эту тоже надо. Но эту разберут. Эту я все на восьмерку. Все, отлично. Эту разбираем. Так, very well. Very good. Very well, very good. Ну, а эту воду я откачаю насосом. Так, это можно тут затереть. Оно мне тут не надо. Углекислый газ. Все, собственно, это копируем. Устанавливаем сюда. А эту на разборку. Так, замечательно. Тогда это можно разбирать. Это можно разбирать. Вот эти все лестницы однонные тоже можно разбирать. Они тут не нужны. Все, ребятки могут ходить. Да, отлично. Отлично, все работает по старому плану. Единственное, что что-то я... А, ну тут провод просто не доходит, да, никуда. Ну окей. Так, шайтан-машина тоже готова. В принципе, можно... Можно. Можно уже изготавливать вот эти штуки. Так, сколько мне нужно будет на эту? Я не помню. Ладно, я сделаю пока что. Эй. Почему так-то? Окей. Ладно, пускай так будет. Я пока что медь переделаю. Меди, в принципе... Так, медная руда. 31 тонна. Меди, в принципе, хватает. И я сейчас за железом куда-то сюда пробурюсь. Тут, правда, хлор. Ну, я думаю, он мне особо не помешает, этот хлор. Так, если вот так вот прокопаться, в принципе, нормально будет. А эту дырку я заделаю. Вот. Ну, здесь я не могу заделать. Но вот это железо, и здесь очень много водорослей, тоже я их повыкапываю. В принципе, одним выстрелом двух зайцев убьем. Делаем это на шестерку, все. Чтобы побыстрее исключительно. Готовое исследование. Это замечательно. Что ж, я могу построить аккумулятор. Сейчас они сделают металл. И поставлю производство вот это вот. Исследование, точнее. Пожарных столбов, чтобы здесь можно было шест построить. Вдоль, наверное, вот этого всего. Поэтому эту картину ликвидируем. То, что здесь будет шест идти. Ну и где-то тут тоже шест, наверное, будет идти. Поэтому это тоже можно разобрать. Это можно выкопать. Вот, как-то так. И все же мне надо пробираться в холодный биом потихоньку. Потихоньку надо пробираться. Блин. Давай пока вот так вот сделаем. Че там, наделали, нет? Да, одну только сделали. Так, что там у нас по аккумуляторам? 200 надо. Ну, окей. 200 так 200. Я их, наверное, сразу вот здесь буду ставить, потому что у меня тут по плану идет угольные генераторы. Так что здесь надо будет раскопаться. И скоро, я так полагаю, опять нужно будет ставить массовую уборку. Иначе они тут неделю будут все это перетаскивать. А мне не очень бы этого хотелось. Да, и норник здесь это все будет поедать у меня. Тоже бы мне этого не хотелось. Давай-ка это раскопаем. Хотя норник все равно на две клетки запрыгнет. Ладно, пофиг. Это мы унесем. Это мы унесем сюда. Хотя склады можно еще вот здесь вот повыше сделать. Так, распределенная складская тема будет. Ну что, сделал, нет? Да, никто не идет делать. Ну, к сожалению, перестает хватать уже рук. Это скоро тоже нужно будет ниже опускать. Но это не проблема вообще ни разу. Ниже ее опустить. Так, давай это сюда. Это все можно уносить. Это все можно уносить. И это все можно уносить.
Это тем более можно все уносить. Вообще, целую кучу можно всякого унести. Грибная спора. Я вот не помню, куда я. Ну, грибная спора, значит, сюда, в ящик складывается. Очищенный металл надо сюда. Да, грибная спора. Копируем настройки. Все, это они унесут. Так, ну и у меня есть доступ к железу. Так, водоросли 5,9 тонн, да, у меня осталось. Сразу сюда тогда прокапываюсь. Прямо вот до сюда. Прям даже вот так вот. Тут что у нас, вакуум? Вакуум — это не страшно. Единственное, что, конечно, тут дышать-то нечем. А, здесь норников нету, но остались они тут. Туда им и дорога. Замечательно. Вроде у нас по-прежнему все хорошо. Тут, конечно, тоже от перфекциониста. Ну ладно, меня, в принципе, это устраивает вот так вот, когда. Так что норм, потянет. А тут что вы? Давайте-ка вы это доделаете вот так вот. Все же за хладодыхами надо проникнуть. Да, здесь уже такой серьезный нагрев идет. Здесь тоже нагрев идет. Нужно это все охлаждать. И здесь надо бы, конечно, ограничиться. Ограничиться и... Ох, ёперный театр. Ограничиться именно термоплитами. Да, здесь у нас все в холодный биом переходит. Но тут пока ничего не видно, к сожалению. Так, просто вот обзорчик делаю небольшой, показываю. Да. В общем, тут нужно приоритет какой-то выбрать. Не знаю, сейчас надо подумать, какой все-таки приоритет. С одной стороны, мне вот этот шест, в принципе, он мне пока пофиг на него. Это не критично. А вот это мне гораздо критичнее, хозяйство. Так, это мне гораздо критичнее, поэтому... Поэтому делаем следующее. Я тут ставлю шлюз. Вот такой вот. Чтобы в случае чего гадость вся вот эта ко мне тут не проникла. Вот, а здесь нужно поставить освежитель. Освежителей будет два. Один здесь. Один здесь, а да, один. И один тут-то. Здесь и тут-то. Нет, мне здесь дверь не нравится. Хотя нет, здесь дверь нормально. В общем, дверь сюда, освежитель сюда. Еще одну дверь вот так поставлю. А тут нужно заделать дырку, чтобы она не мешала. Тут, конечно, амальгамы дофига, но... Будем врываться, так сказать. Все, это на восьмерку. Так. Ты че, придурок, убежать не можешь? Да, лестницу не достроили. У меня аж душа в пятки ушла. Так вот терять на ровном месте вообще не хочется. Так, окей, надо исследование выбрать тогда. Какое исследование мне пригодится в целом-то? Аптека. Аптека, конечно, мне не помешала бы. Можно вот это сделать. Биодистиллятор. Я хотел еще туалеты поставить. Блин, что-то так и не начал их делать, к сожалению. Да. Все надо, но, блин. Я сейчас все это просто внедрять не буду успевать. Что все это исследуется быстро. Внедрять это долго. В этом проблема. Давайте-ка газовый фильтр сделаем. Это надо раскопать. И дупло готово к повышению. Так, что у вас, кстати, по повышениям? Ученый. Хрен моченый. Ученый скоро повысится. Поваренок тут готов повыситься тоже. Я пока переключать не хочу, чтобы не психовали. Но остальные, в принципе, нормально. Пока держатся. Тут можно, кстати... Кстати... Трубу-то я доделал. Можно это провести. Вот. Вопрос в том, где будет, куда будет уходить грязное и где будет чистое подаваться. Грязное, наверное, прямо вниз буду, а чистое сверху подам. Тут, в принципе, без разницы. Так что делаем
Делаем стандартно все. Ну, а чистая сверху пойдет. Хотя по грамотнее, наверное, было все-таки грязную наверх, чистую снизу. Ну да ладно. Суть это все равно не меняет. Абсолютно никакой. Это сюда. А отсюда я стандартно буду насосом грязную бактерицидную откачивать. И на запитку придунов. Пока сюда ее сливают. Здесь я это увеличу чуть попозже. Просто надо пока что трубу сделать. Да, кстати, сразу можно водосток тут назначить. Вот, водосток сюда. В таком случае мне надо здесь сделать некую лестницу и поставить тут насос, чтобы отсюда воду эту откачивать. Пускаешь, начинают фунициклировать туалет по-человечески. Направление влево. Да, и тут, я думаю, надо вот эту штуку заменить на каркасный блок. Ну, к сожалению, приходится иногда ставить на паузу, чтобы все это продумать. Вот, но показываю просто ход мысли своей. Труба сюда. Сюда, сюда. Здесь я сейчас прокопаю лестницу. Вот, и поставлю тут насос. Так, давай сюда. Ну, здесь надо сделать так, чтобы никакой блевотник сюда не ходил. Так, чтобы это сделать, нужно сделать следующее. Лестницу-то мы вот так поставим. А это нужно вот так выкопать. Когда лестницу построят, я сюда поставлю шлюз, и сюда никакой блевотник не попадет. Вот, а труба, значит, пойдет у нас вот так вот. Ну и вниз сюда. А, замечательно, пускай делают. Я пока здесь пронаблюдаю. Это на восьмерку. Это на восьмерку. Тут кислород, углекислый газ. Да, лишь бы не выкакал куда-нибудь не в ту сторону он. То-то будет печально. Тут, кстати, я вот не знаю, как грамотнее сделать. Было бы. Так, ладно, давай вот так сделаем. Они сейчас все равно сначала сюда металл принесут. Конечно, загрязненный кислород будет сюда попадать, они будут его вдыхать. Блин, я надеюсь, они не сдохнут. По крайней мере, быстро. От всего этого дерьма. Освежитель. Я опять же надеюсь, этот не успеет тут ничего заразить. Пуфик. А то ведь он такой заражательный. Недостаточно ресурсов. Да, пошел грязный кислород сюда. Но он должен чиститься, так что проблем быть не должно. Ашан, давай. Тащи. Окей, Ашан сделал. Этот автошлюз сейчас придется открыть, чтобы здесь лестницу построить. Надо было сразу, наверное, сделать так. Что-то я, к сожалению, затупил. Ну да ладно. Так, и эти ресурсы сейчас уничтожатся. Я их уничтожать не хочу. Так, нет. Короче, делаем авто. Кнопка K на клавиатуре. Это к переноске. А сейчас дверь откроется, они попадут сюда. Я боюсь, что ресурсы уничтожатся. Хотя, конечно, тут за такую фигню переживать. Так, а ты чё, придурок? Идиота кусок. Как так вообще можно было здесь застрять, а? Дебилы. Да, и норники сюда проникли. Надо... В общем, очень-очень-очень много надо опять переноски делать. Так, делаем следующее. Склад. Опять же, применю ту же самую фишку. Я всех, кроме архитектора, сейчас поставлю на носильщиков. То есть Ашан сюда пойдет. Кто там еще? Геральт. Ашан. Нет, Ашана оставлю на архитекторе. Диван Менделеевич. Вот. Нейлс и Фрэнки тоже туда же. Нейлс и Фрэнки. Пускай таскают. Этого я уборщикам оставлю, потому что все равно нужно потихоньку тут прибираться. А Ашан пойдет делать вот эти штуки.
Все, примерно как-то так. Работайте. С едой 27 тысяч, в принципе, хватает. Вот, пускай переносит. Надо периодически делать генеральную уборку. Все-таки. Ну, а то капец какой-то. Это вообще жесть полная. Столько вот всего копится. А людей, к сожалению, все это перенести не хватает. Поэтому я буду вот такими вот методами делать. В тупую, короче. Взял, поменял, да, и перенес. Так, ну что, вы таскаете? Ну, Ашана я отвлекать не буду, пускай строят, потому что тут очень много надо всего построить. А всякие там раскопки, это я всегда еще успею сделать. Так что пускай как-то так. Остальные пускай носят. Что здесь носить вообще караул. Так, а тут... Что, кстати, у меня с водорослями? Уголь 5,5 тонн. Да, угля мало осталось, водорослей мало осталось. Водоросли я накопаю, угля здесь тоже, в принципе, хватает. Это, кстати, хорошо, что уголь есть под рукой. Так, и сейчас... Не знаю, буду потихоньку вот такое вот, всякую мелочь уже изучать, дистилляцию и там все остальное. Ну да, где-то здесь такой неплохой у меня зоопарк получится сверху. Пускай он будет сверху, а вся база будет где-то здесь снизу. Осталось только основное все вот это оформить. Так, этот шлюз. Сюда я потом прокопаюсь. Тут ведь надо, как я сказал, открыть сначала шлюз, построить лестницу, только потом его закрыть. Иначе они туда не попадут, вот, и строить нифига не будут. Да, и нужно очень-очень аккуратно следить за тем, чтобы зеленка не попала. Тут надо будет сделать лестницу, какую-то такую я, наверное, сделаю. И сразу же огорожусь стенкой до самого низа. Пускай пуф тут летает, сколько ему влезет. Вот, у меня будет проход туда, в ледяной биом. Да, ребятки таскают. Ашан, в принципе, строит. Сразу можно тогда водяной насос. Ну, тут обычный можно поставить, без разницы. Можно, в принципе, сюда. Вот. Трубу тоже в него. И энергия. Ну да, энергии тут явно хватать не будет, но, блин. К сожалению, как есть. Так, здесь нужно вот этого пацана. Вот сюда вот. И провод. Провод я пока не соединяю. Так, дострою. Как доделаю, в принципе... Хотя, с другой стороны, камень не разница. Все равно туалеты сразу могут начать фунициклировать и сюда сливаться. Так что, в принципе, окей все. Пускай делают. Да, очень-очень долго они таскают все это хозяйство. Можно, конечно... Я что-то не пойму, почему ученые изучают Nails? Насильчик, зачем тебе готовка вот сюда поставлена? Да. Вроде автоматически поставлено было. Не знаю. Так, стоп. Тут тоже вон копание. Все, больше ни у кого вроде нет такой фигни. Если тут такая тема будет, так они тут неделю, конечно, все таскать будут. А мне надо побыстрее все это унести. Так, и это тоже уносим. У меня такое ощущение, что у меня хлам всякий копится быстрее, чем они успевают его перетащить. Вообще пипец. Ладно, чтобы тут не утомлять переноской, я опять сделаю то же самое. Я сделаю всю переноску за кадром. Вот, а продолжим мы уже с того момента, когда все будет перенесено. Я серию на этом буду заканчивать. Если прохождение вам интересно, не забывайте писать об этом в комментариях, ставить лайкосы, поддерживать прохождение лайкосиками, давать какие-то советы. Вот, обязательно хорошим советам я прислушаюсь и постараюсь их как-то применить. Может быть, на свой лад, но применить все-таки. Вот, поэтому всем большое спасибо за просмотр еще раз и увидимся в следующей серии. Пока-пока.